Всем привет, вы на канале Эли Кантона. Так, мы решили купить себе нового вратаря. Вратарь этот будет у нас Давид Дехе. Не знаю, давай. Накупить сейчас 14 тысяч, блин, что-то долго. Так, любой. Блять, 5. Не знаю, готов за 5 его купить. Ну ладно, что есть тогда? Ёб твою мать. За 14 тысяч. Блять, пиздец. Не, ну это жесть. Ну давай купим. Все деньги потратили на гребаного отдыхи. Сразу у нас в основе. Надо менять, да, я вот хотел поменять ПФЗ, правозащитник. Один у нас правозащитник получается, кто? А, Иванович. Ну, этот меня, блин, бесит. Дамьян. Так, ну что, все, купили, сейчас будем играть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.